Привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы играем в Бобы Боб. Вот такой вот чувак, который ходит и собирает всякие вкусняшки. Но еще и монетки. Зачем нам нужны монетки, я еще пока не знаю. Так, здесь можно прыгать на вот таких вот ежиков. Ежики это или еще кто-то, непонятно. О, бомбочка есть. 5 бомбочек у меня еще есть, круто. Будем собирать монетки и сбивать вот этих вот чудобреков. Опа, есть. Это была улитка. А здесь много монеток, смотри. Сейчас я напрыгаю. О, все. А что за девочка, привет, у меня для вас подарок. Отстань. Тебе надо просто посмотреть какую-нибудь рекламу. Так, а я пока здесь попрыгаю, побегаю. Вот еще монетки пособираю. А, отлично. Отлично, вот еще монетки есть. Ой, какой-то чудо-брек еще бегает. Так, не знаю, собирать все монетки или нет. Так, мы его сейчас скинем. Ежика этого. Вот еще монетки соберем. А, мне кажется, за монетки дают еще что-то будет. Либо бомбочки, либо что-то интересное буду давать. Так, пока бомбочки я не буду тратить. Потому что, я не знаю, они перекидываются на следующий уровень или нет бомбы. Если нет, то это будет, конечно, печально. И вот у нас... Ах, видишь, мы... Надо допрыгнуть. Допрыгнуть, но свысока не получилось допрыгнуть. Ладно. Получить награду. 100 монет. Спасибо. Вы получили награду 100 монет. Идем дальше. Следующий у нас второй уровень. Где-то мы находимся. Лужайка какая-то. Так, этого скидываем сразу. Ага, да, бомбочки, смотри. Перекинулись на следующий уровень. Хорошо. Так, а зачем мне много монет? Вот, еще бомбочки, смотри. Теперь у меня 10 бомб. Отлично. Есть, можно прыгать прямо на вот этих вот ежиков. 100 метров. Так, это, видимо, чекпоинт был. Улитка бегает. Ладно, пусть она бегает, мы ее трогать не будем. А, кстати, можно вот эти тоже тут смотреть. Во, видишь, тут монет много. Так, сколько... А где у нас монеты? А, вон, 196 монет. Ух ты! Это я зря, конечно, сделал. Ну ладно. Блин, цветок кусающийся. Ага, ух ты. Это получается, я бомбочку скину. А ну как скидывать бомбочки? Сейчас, подожди. Сейчас мы здесь наберем монеток. И посмотрим. Вниз, стрелочка вниз скидывать, да? Я так понимаю. Сейчас проверим. Ну, вот. Опа, да, вниз скидывать. Ну, бомбочка, она просто бросается. Я думала, она будет взрывать, там, взрываться. Нет. Просто так, она ничего не делается. Так, вот эту сейчас улитку скидываем. Идем, прыгаем дальше. Где? А-а-а, все? Добежали? Плюс 2000. Плюс 2000. Хорошо. Так, получить награду. 150 монет. О, спасибо. 150 монеток. А, может, как-то можно прокачивать персонажа, либо что-то покупать на эти монетки. Ладно, пока мы не разобрались. Идем дальше. О, вот еще бомбочки. 13 бомбочек у меня. Ого, вот так вот будем скидывать их. Вот, монеток много. Пока что легко мы здесь проходим. Ничего сложного нет. Вот, чекпоинт. Так, будет здесь у нас кто-нибудь вылазить? Нет? Нет, никто не вылез. Опачки! Цветочек. Цветочек мы пробежали. А, я бомбочку нечаянно выкинул. Ох ты, все, у меня неуязвимость. Теперь мне ничего не страшно. Мне не страшно, я могу бежать. Интересно, но долго уязвимость это действует или нет? Ага, сейчас она закончится скоро, неуязвимость это. Ладно, давай пока. А, все, неуязвимость кончилась. Оп, можно так было сделать. И мы приходим, 2000 опять зарабатываем в замок. Следующий замок, это уж какой уже замок, уже третий уровень у нас был. Так, и еще раз 150 монет мы зарабатываем, спасибо. Ага, дальше идем.
Так, ладно, что у нас? Ай, мне... ладно, отстаньте от меня. Спасибо за оценку. Вот, новый уровень какой-то интересный. Угу. Так, предлагает вниз спуститься. Ладно, спускаемся вниз. Опа. Так, какой-то шахтер, смотри. Иди отсюда, шахтерчик. Что за добряк? Так, здесь у нас ничего нету. Ох ты, монет сколько. Сейчас соберемся. Так, отстань от меня со своим видео. Так, а шахтер, если я на него прыгну, умирает, да? Шахтер умирает. На, сдохни. О, а как у меня здесь монетки забрать? А ну-ка, получится, нет? Сюда спрыгнуть. Ох ты, не получается. А как мне сюда залезть? А, вот, все, залез. По идее, можно как-то сверху еще пройти. Так, а ну поверху, да! Поверху можно бегать. Круто. Сейчас мы... Тут много всяких сердечек, но мы это все пробежим. Коль мы уже наверх-то забрались. Все. Ах ты, ё-моё, вниз другая стрелочка. Угу. Надо поменять будет. Расположение кнопочек. Так, 2000 монеток, и мы отправляемся в следующий замок, четвертый уровень. Так, давай, 50 я выиграю. Да, я сказал, 50 выиграю. Дальше идем, уровень у нас пятый. Так, интересно. Монетки тут... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, отстань от меня. Так, вот этот челдобряк еще бегает. Ах, ежик. Все, ежик погиб. Вот, наконец-то, бомбочки уже. То мало бомбочек у меня. На, умри. 10 бомбочек осталось у меня. Не особо и много. Ага. Цветочек страшный. Оп, есть. Вот, суперзащита. Суперзащита у меня. Так, а я вот думаю, может быть, где-нибудь еще интересное что-нибудь есть. А здесь наверх как мне забраться? Ага. О, монет много. Сейчас насобираем. Тут, наверное, нет никаких уровней дополнительных. К сожалению. Так, прыгаем на улитку и отправляем ее в далекое путешествие. Также у нас бегает здесь ежик с выпученными глазами. Щелкаем ежика по роже. И идем дальше. Да, дали бы мне еще каких-нибудь... новеньких. Ох ты, этот падает прям вниз, гад, а? Ладно, мы его гасим тапочком. Прям по его наглой морде. Опа, есть, готов. Так, улитка вонючка. Ай, вонючая улитка меня убила. Ага, интересно, интересно. Так, у нас же там чекпоинт был. Так, идем дальше. Так, опять, вот смотри, меня улитка съела. Два раза я на нее щелкнулся. А почему мне не дали времени... чтобы я немножко, как-то сказать, оклемался, что ли? О, вот оно, лекарство. Лекарство роста. Ох ты, а почему? Гадина, почему ты... Почему эта улитка, она, по идее, должна была упасть в воду? Батюшки свет. Ой, ладно. Так, здесь нету ничего интересного. Вот здесь есть лекарство. Вот, волшебное зелье. С помощью которого я становлюсь большим. Так, эту улитку мы не трогаем. Мы теперь знаем, что улитки, они бешеные. Поэтому с ними нужно быть аккуратным. Аккуратней. Так, защита. Давайте быстренько все это пробежимся. Пока у меня стоит защита. Плохо, что не показывают, когда она закончится. Потому что можно так... думать, что у тебя еще есть защита. И напороться на какую-нибудь улитку. Или на ежика. А, вот все закончилось. Это время бонусное. Поэтому будем аккуратнее бегать. Здесь уже скоро и финиш будет, кстати. Так, опять улитка. Я уже этих улиток боюсь. Как-то они не очень хорошо придумали, что они не падают никуда. Вот это уже бегает. На тебе. В домик она спряталась, но сейчас через некоторое время она должна вылезти. Вот она вылезает, и она более злая становится.
улитка. Ну, а мы прыгаем на этот шест большой. Так, всегда 2000 добавляет, не больше. Хотя я стараюсь очень высоко прыгнуть. Да, 50 монеток нам дают. Но уровень мы с вами, ребята, прошли. Поэтому я предлагаю на сегодня заканчиваем. 6 уровней мы закончили. А, нет, 5 уровней. 6 уровень у нас на следующем видеоролике будет. Ну а ты обязательно поставь лайк этому видео и подпишись на канал. Скоро выйдет новый ролик. Всем пока-пока!